Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Многие из нас привыкли покупать обновки в магазинах, и это вполне нормально. Но среди нас есть и творческие натуры, которые не ищут легких путей. Они желают сами создавать свою моду. Творческие натуры, умеющие или желающие научиться искусству вязки, кроме того, чтобы овладеть техниками вязки, нередко ищут ответы. Что же связать? Какие вязки в моде, а какие больше подойдут для получения элегантных и уютных единиц? Если вязание спицами вам пришлись по душе, и новинки вязания вы уже освоили, как раз время узнать, что же можно связать и какие вязаные тенденции одежды стоит взять на заметку талантливым рукодельницам. Вязание в виде того или иного фасона позволяет реализовать крупные фактуры, а также милые мелкие элементы, что так притягательны на свитерах, кардиганах, накидках, шапках и так далее. Обратите внимание на тренды, появившиеся в новых коллекциях и получившие восторженные взгляды любительниц вязаных изделий. Это вязаные свитера и кофты объемного кроя с модным V-образным вырезом. Платье спицами с воротником-хомутом, классическим овалом или лодочкой. Комбинированные вязаные свитера, пуловеры и кофты, где используются вязаные косы, рельефные элементы, жгуты и помпоны. Ажурное вязание спицами, как самый концептуальный элемент для создания романтичных и элегантных нарядов, что можно носить как на каждый день, так и для особых случаев. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!